Всем привет, дорогие друзья. Я знаю, что вы меня потеряли. Спасибо, хочу сказать всем вам за большую, за поддержку вашу. Многие подписчики знают, что со мной случилось, что я сейчас на больничном. У меня долгий больничный, можно так сказать, что я сломала ногу, мне сделали операцию. В июне месяце у меня будет вторая операция. Спасибо огромное всем за вашу поддержку. Ну, сейчас я хочу заснять распаковку подарка от моей подписчицы. Хочу сказать ей огромное спасибо. И хочу вас попросить, чтобы вы больше мне ничего не присылали. Нет, это приятно, это очень приятно. Она просто хотела как-то меня подбодрить, порадовать, за что ей огромное спасибо. Но прошу вас больше этого не делать. Я понимаю, что вы сейчас как-то подбодрить меня пытаетесь, ну, это приятно, да. Это я уже много раз сказала, но все равно как-то неудобно, неловко. Но в целом, тут я не только покажу эту посылочку, но также покажу покупки, которые сегодня сделала Света. Как вы знаете, у меня, вот кто сидит в подписчике в ВКонтактах, в Одноклассниках, в Телеграме на моем канале. Ссылочка, кстати, есть где-то в сообществе, я скидывала на мой канал в Телеграме. У меня появилась собака, и у нас не было поводка. Сегодня Света съездила, купила вот такой вот рулеточный поводочек от фирмы Триол. Для миниатюрной, да, он собак. Он в упаковке был? Да. Света вот просто распаковывала, чтобы с собачкой сразу погулять. И вот такая вот, вот такой поводочек. В принципе, неплохой, веревочный для маленьких собак, самое то. И удобный маленький, то, что фиксируется, если вот выдвинули, вы на кнопку не хотите постоянно нажимать, вы можете сбоку здесь... Сначала на кнопку, потом это... сначала на кнопку, а потом вот эту. Что-то мне не получается. Дай. Подожди. Мне надо самой научиться на кнопку и фиксируешь. Нифига не фиксируешь. Дай. Ну-ка, на, показывай. На кнопку жмешь. Фиксируешь вот тут вот. А, нет, видишь? А, все, во. И, короче, вот так вот остается, какой вам нужна длина. Ну, удобнее вот просто вот держать пальцем, конечно. Ну, кому как. Ну, в принципе, для начала пойдет. Да, я покажу, если кто не в курсе, какая у нас собака. Вот такая вот наша кукла. Ей уже полгода, 5 числа ей было полгодика. Это порода той терьерчики. Вот такая вот у нас девочка. Да, кукла? Включи. Ну все, на, Оксаночка. Свет. Свет, включи, пожалуйста. Дальше, то, что я хотела показать. Мне уже много раз, ну я, наверное, один раз брала такой. Мне понравился вот такой вот кислородный пятноотбеливатель. Многофункциональный кислородный пятный отбеливатель. Я уже его брала, тестировала. Мне очень он понравился. Он отстирывает, отбеливает все что угодно. Если хотите, я вам более подробно засниму видео, как я отбеливаю пятна с белых футболок или носки. Вот попрошу специально детей замарать белые носки очень сильно, и мы с вами протестируем вот этот вот многофункциональный кислородный пятный отбеливатель. Пятна выводить. У них большая линия. Ссылочку на этот кислородный отбеливатель я вам постараюсь оставить в описании. Если вам интересно протестировать его, то вы мне напишите в комментариях. Я его закреплю обязательно. И мы с вами его в следующем видео обязательно протестируем. Его хватает на очень долго. Он подходит для мытья. Тут вот даже показано для мытья, для всего, для отбеливания, для посуды, для умывальников, для ванны, для всего такого, для мебели, для игрушек, для обуви. Вот, кстати, твои, Света, белые кроссовки можно в нем почистить очень хорошо. Делаешь просто пасту из него и чистишь обувь. Отбеливает замечательно. Мы вот с вами как раз видео, наверное, вот это, если вы хотите, обязательно пишите в комментариях и поставьте лайки. И мы с вами его проверим в видео. Жду ваших комментариев. Ну, а теперь хочу показать подарок от моей подписчицы, которая меня решила подбодрить. Сказать ей огромное спасибо. И давайте смотреть, что же это вот в такой коробочке интересное пришло. Оно в Валберес. Спасибо вам огромное. Она мне написала, где, куда, на какой Валберес адрес попросила. Я ей отправила адрес. И скидывала она мне штрих-код, ну, QR-код, чтобы забрать его с Валберес. И сегодня у меня дочь сходила, забрала. Так что
Открываем, смотрим. Вот так вот оно все выглядит. Что здесь есть? Ну, давайте в первую очередь вот такая вот повязка на голову. Это если мы захотим с вами масочки сделать или что-нибудь еще такое вот. Вот такая вот повязочка. У меня, кстати, нету такой повязки, и она мне очень нужна. Потому что маски я стала делать, люблю маски делать, и пленочками, как вы знаете, мы разные, глиняные очень любим делать масочки. Вот такая вот розовенькая, такая приятная повязочка. Обязательно буду пользоваться, и видео вы будете наблюдать. Дальше, ну давайте что тут возьмем. Так, вот эти вот два. Это патчи для губ, два штуки. Тут все не на русском, поэтому не смогу точно сказать. Ну, вот такие вот патчи для губ, 6 грамм написано. Обязательно с вами посмотрим, распечатаем, сделаем на себе такое. Будет у нас релаксация с разными патчами, масками. Если интересно, то пишите в комментариях. Вот такие вот патчи, 2 штуки для губ. Дальше патчи для глаз, тоже 2 штуки, тоже не русские, все написано. Сзади указано, как что делать, как что наносить. Ну, вот, вот такой вот фирмы, я даже не знаю, что за фирмы такие, не русские, я такие ни разу не брала. Я обычно беру в баночках, где их много штучек и надолго хватает. Вот такие вот штучные, конечно, я не люблю, то, что быстро израсходовал и убрал, не выкидываешь их. Ну, очень благодарна, спасибо большое. Дальше, о, тут 5 масочек, опять же 5. Вот такая вот ананас нарисован. Это, видимо, с ананасом. Тут маска на лицо вот такая вот идет. Наносится. Ну, это многие знают, кто пользуется. Многие обязательно в видео мы с вами их протестируем, наложим на кожу и посмотрим, какого они качества. Но чувствуется внутри жидкости много. Прям чувствуется жидкость. Дальше вот с таким бананчиком масочка. Это, я так поняла, все корейское. Дальше с яблочком. Ну, такие интересные. Вот посмотрите, да, на картинках, какие они интересные, все мордашки. Что вот у банана улыбающийся с сердечками, у ананаса такой удивленный. Яблочко злое какое-то. Вот, наверное, после этих масок мы и будем с вами злые. Дальше с помидоркой. Интересно, какой они расцветки будут? Все белые или такой же расцветки, как вот... Извините, как яблочки, помидорчики будут. И с клубничкой. Даже интересно по запаху, какой, да, будет цвет. Вот очень интересно. Дальше, это что такое? Мыло для бровей. Мыло для бровей. Вот такая вот коробочка мыла для бровей. Я не знаю, как вам даже показать. Видно там, нет? Сейчас откроем, посмотрим. У меня никогда не было мыла для бровей. Вот такая вот коробочка небольшая, маленькая. О, оно красное, там вот такое вот мыльце. Все в металлической упаковочке. А щеточки специально нету, да? Ну, щеточку свою, наверное, можно, да, ведь? Угу. И вот такое вот мыло для бровей. Обязательно буду пользоваться. Видео я вам постараюсь это показать. Дальше, что такое? Крем для рук, я так понимаю. Вот такой вот крем для рук. Тоже все на китайском, на иероглифы глимые сзади. Интересно понюхать, как он вкусно пахнет. Тут закрыто, закупорено. Сейчас с вами откроем, понюхаем, посмотрим. Ну, пахнет так себе. Вот понюхать это. Обычным, знаете, как детским кремом каким-то. Обычным, никакого такого, да? Обычным детским кремом пахнет. Никакого такого приятного прям запаха. А мне вот интересно, как мыло пахнет. Я извиняюсь, видео может быть долгим, но... каким-то фруктом, но не могу понять, каким. Как наподобие клубника, земляника, что-то, да, такое запах? Ну-ка, дай. Оно еще с оттенком красного. Оно еще с оттенком красного? Ого, ребята, оно с оттенком красного. А как им брови-то мазать, если оно... Может, это вообще не для бровей мыло? Это, скорее всего, помада? Да, посмотрим. Короче, будем разбираться, что это такое. Ну, потому что, видите, ребята, вот на пальце оно оттенок красного. Я не знаю. Это, скорее всего, светопомада. Это румяна, тени и... Помада. И помада, да. А, это 4 в 1. Румяна, тени, помада. 3 в 1.
А мы думали для бровей мыло. Видите, вот, ну не знаю, я никогда таким не пользовалась. Ну вот, коробочка похожа на мыло для бровей. Если кто знает вот эту фирму Брау, то напишите, пожалуйста. Сейчас палец вытру, чтобы не это. Дальше. Ну это я знаю, это масло для кутикул. Вот такая вот. С каким вкусом? Вкус клубники. Запах. Ой, прям вкусно пахнет запахом клубники. У нас было с апельсином. У нас разные были. Да, у нас разные были. Но вот с клубникой у нас не было. Ой, как пахнет вкусно. Обязательно буду пользоваться. У меня как раз мое закончилось и надо. Тут еще, ребята, не все. Тут еще много всего. Дальше. Вот это. Ну, это, скорее всего, бальзам для губ. Бальзам для губ. Сейчас мы с вами откроем. Вот такой вот бальзам, я так поняла, для губ. Угу. Запах такой интересный, знаете. Легкий, непринужденный запах. Чего-то фруктового, но не пойму чего. Угу. Легкий, непринужденный. И баночка такая удобная. Обязательно будем с вами пользоваться. В видео это я вам постараюсь все показать. Тут еще три предмета. Дальше. Ну, вот это вот у меня такое было уже. Это масло для губ, ночное масло для губ. Да, такое же без запаха полностью. Вообще запаха никакого нет. Покажи оттенок на камеру, пожалуйста, свет какой. Не фокусируется. Не фокусируется. Вот такое вот масло. Это именно на ночь губы мазать, чтобы не трескались. У меня сейчас как раз после операции с губами проблема. Вот за это спасибо. У меня закончилось такое масло. Его хватает на очень и очень долго. Дальше. Это щеточка, лопаточка для... Вот так вот она упакована. Для масочек. Тут вот закругленная. Здесь вот такая вот. Накладывать будем с вами масочки. У меня их как раз много. И глиняные всякие. И будем с вами такой лопаткой накладывать. У меня как раз такой лопатки нет. У меня есть массажер наподобие. Я вам покажу потом как-нибудь видео. Если вам это интересно, то вы обязательно оставьте комментарий. Я вам покажу. И последнее, что в этом боксе есть. Это вот такие вот два... Ну, вот так вот оно упаковано. Коробочка красивая такая, с глазками. Здесь идет массажер для лица, для умывания. Умываться. Умываться, да. Он мягкий такой, видите, полностью вообще мягенький. Тут такой пупырышками и здесь. И внутри губка вложена. Очень удобно будет умываться. У меня как раз я утром люблю пенкой умываться для лица. Вот как раз будет очень удобно. Он такой мягенький, знаете, нежный. Вот такой вот фиолетовый. Мордашка тут такая нарисована красивая. И также есть розовый спонжик, очень мягенький. Но их тестируют, их сначала в воду делают, для того, чтобы проверить, как он будет. Ну, вот такой вот розовый спонжик. Мы обязательно это с вами всем этим будем пользоваться. Если вам хочется видеть видео, как мы будем все это тестировать, какие маски проверять, то вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях. И коробка пустая, тут только остались вот эти вот штучки. Спасибо хочу огромное сказать вам за ваш подарок. Да, очень приятно, но очень неудобно. Подбодрили вы, конечно, меня этим очень сильно. Так вот красиво поставлю вам на фон, чтобы вы видели, что здесь лежит. Если вам интересно, что я снимала видео, да, многие меня просят, в Телеграме пишут, Настя, давай хотя бы какие-нибудь короткие видео, как вы понимаете, я сейчас не хожу, я на костылях, вот на таких вот, у меня вот такие вот костыли, это сейчас мои самые лучшие друзья, потому что ходить я не могу. Ну, есть хорошее продвижение, то, что врач, последний раз, когда я на прием ходила, он мне разрешил уже шевелить ногой, наступать мне, к сожалению, пока на ногу нельзя. Ну, сказали, после операции мне уже разрешат дозированную дозировку на ногу, чтобы ходить по чуть-чуть, они мне уже покажут все это. Сейчас пока у меня идут массажи, шевеление ступни, чтобы разработать сам сустав. Поэтому я постараюсь вкратце вам рассказывать, что происходит вообще с моей ногой. Ну,
фотки сюда, конечно, я не буду выкладывать такие вот, как швов или что-то такого. Показывать саму ногу здесь я не буду. Это я обычно рассказываю про это все в своем телеграм-канале. Стараюсь показывать, потому что там у меня есть люди, которые медики, которые могут где-то что-то подсказать, где-то что-то рассказать. Если кто знает какие-нибудь интересные... Ну, я вот смотрела на Ютубе, как разрабатывать постепенно ногу, именно голеностопный сустав после операции, после того, как установили металлические пластины и штифты. Поэтому, если кто-то еще более правильные занятия знает, то вы, пожалуйста, скиньте ссылочку в телеграм-канал. Ссылочка на телеграм-канал у меня есть в сообществе, поэтому буду очень ждать и буду... ждать ваших советов, как разработать голеностопный сустав. Пока у меня это не получается, мне очень сильно больно, когда я шевелю даже ногой, но продвижение уже есть, она уже более лучше стала шевелиться. И, ну, да, после того, как я начала шевелить, и она очень сильно опухла. Ну, я стараюсь сильно не шевелить, и после того, как я шевелю, я одеваю вот такой вот компрессионный носок. Носки, они фиксируются липучками. Также у меня есть ортезы, два штуки, которые мне врачи назначили. Я их выкупила и ношу. Ну, сейчас пока вот именно для разработки, я вот, чтобы разрабатывать ногу, вот, одеваю вот такой вот сустав. Но нога дышит, обрабатываем, все так же, все хорошо. Спасибо большое, еще раз хочу сказать, подписчице, за такой приятный сюрприз, подарочек. Пожелать вам крепкого здоровья. Но если хотите увидеть, как мы тестируем вот этот вот кислородный отбеливатель, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем желаю вам крепкого здоровья, всем желаю вам счастья, успехов, всего самого хорошего. Всем пока-пока.